7-2, Patrick Sidney from Poland. Yes. С пылу, с жару про последний поединок. Последний поединок у нас был с Павликом Секменом, неоднократный чемпион, призер чемпионата Европы. Достаточно серьезный соперник, мы с ним встречались уже, встречаемся третий раз, но на этот раз мне не удалось его победить. Но это говорит и сказывает о том, что это проводится лучше. Отец и мать организаторы соревнований, конечно же, ну, объективно говоря, ты бой выиграл? Я не могу так, судьи видят. И им, наверное, скорее всего, в этом плане. Наверное, самый важный момент боя – это падение Цыпини и, возможно, Вазари, которые не назначены. Да, там момент поединка было четкое попадание под ногу, подсечка, по новым правилам это Вазари. Но, как я еще раз говорю, это проводится в Польше, и не отдали, конечно, мою сторону Вазари.